Он заехал в темный лес. Лес был черный, словно бес. Стало страшно тут Ивану. Он схватился за обрез. Он избу увидел вдруг. Из избы шел смрадный дух. А изба на курьих ножках. Тут Ивана взял испуг. Избушка, избушка, повернись к лесу передом, а к Ивану задом, и немного наклонись. Наклонилась изба, отвалилась труба. Все в избушке загремело, словно там была борьба. Там, короче, чугунок упал бабке на лобок и ошпарил ей в трусах лобковые волоса. Бабка стала тут орать. «Чертов душа в сердцу мать! Это где ж видано, чтоб с бабкой можно всяко вытворять?» «Лан, бабка, не ори! Слюни лучше подотри! По лесам я, бабка, мотаюсь уж поди недели три. Ты ступай в свою избу, приготовь мне там едьбу. Я неделю без едьбы все скачу туды-сюды. У меня давно кишки завязались в узелки, а чтоб вовсе не загнуться, я сожрал свои носки. Я подохну ща вообще! Навари мне, бабка, щей! А потом ты мне поведай, где живет мудак Кощей».